Друзья, заходите, пожалуйста, садитесь. Прошу вас. Мы начинаем через 2 минуты. Есть еще места впереди, поэтому приходите. Дорогие друзья, мы очень рады вас здесь всех сегодня видеть. Сегодня очень важный день для нас, для нашего клуба. Он уже открывался по разным торжественным поводам, но сегодня он первый раз открывается по самому главному поводу, по той причине, по которой этот клуб уже 60 лет называется Центральным домом шахматистов, потому что здесь сегодня открывается матч. Матч очень для нас важный, традиционный. Я напомню, что это уже 11-й товарищеский матч между сборными Китая и России. У этого противостояния очень большая длинная история. И в самых разных форматах проходил этот матч, но одна вещь оставалась всегда неизменной. В общем и целом, это всегда очень интересные и насыщенные и сложные матчи. И я напомню, что начиная с 2001 года было сыграно уже 10 матчей, и пока что общий счет в этих матчах 5-5. Так что сегодняшний матч, матч, который открывается сегодня, он, в общем, какую-то новую страницу открывает в этом противостоянии и новую страницу в жизни нашего клуба. С завтрашнего дня, начиная с 15 часов, здесь пройдет первый тур этого матча и будет проходить в ближайшие 5 дней, поэтому мы всех вас будем здесь рады видеть в качестве любителей шахмат и болельщиков. А сейчас позвольте начать нашу торжественную церемонию. Я хочу для приветственного слова пригласить помощника президента России Игоря Евгеньевича Левизина. Игорь Евгеньевич, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Уважаемые наши китайские коллеги, друзья, действительно, традиция этого матча уходит десятилетиями. Находится человек, который когда-то сделал этот матч традицией, Кирсан Николаевич. Я хотел бы поприветствовать наших китайских друзей и сказать, что добро пожаловать в Россию. Для нас очень важно наши взаимоотношения не только в спорте, но и в других областях. И я думаю, что этот матч сегодня продемонстрирует нашу дружбу. Мне очень приятно было, когда я был на шахматной олимпиаде в Норвегии, что золотые медали среди мужчин завоевали китайские друзья, а среди женских команд завоевали наши девушки. Это говорит о том, что если 11-й матч закончится в ничью, победят мужчины и женщины, мы тоже по-любому останемся друзьями. Хотел бы сказать, что президент России уделяет внимание спорту и шахматам в частности. Здесь на этих фотографиях вы можете увидеть, в прошлом году он был на Белой ладье в Сочи. Традиционно, где собираются наши ребята, а буквально несколько месяцев тому назад открывалось отделение шахмат в Сколково, в школе для отдаленных детей в России. И это говорит о внимании, которое уделяет президент России, правительство этой очень, на мой взгляд, важной, умной и полезной игре. Я хочу вас поприветствовать и пожелать вам
хорошей игры. Спасибо.